Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Я продолжаю проходить Call of Duty Modern Warfare 3. Поехали. На войне правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? Василий ждет тебя, папа. Он ждет моего ответа. Команда один в пути. Мне он не нравится. Он никому не нравится, потому что он хороший специалист. Что ты ему скажешь? Правду. Ему это не понравится. Это не важно. Я здесь президент. Увидимся на обед. Господин президент. Василий. Добрый день, господин президент. Господин президент. Господа, у нас только два варианта. Война или мир. Жизнь или смерть. И ради будущего наших детей мы должны пойти на мир сам. Чтобы пытаться ублажать наших врагов. Мы уничтожим наших врагов, сделав их нашими друзьями. Если мы не можем разрешить наше... Выстрелы? Самолет захвачен! Кабина повреждена! Господин президент, укройтесь! Команда 3, доложите обстановку! Нам нужна поддержка! Черт вас дери! Команда 3, докладывайте! Всем лежать! Защищайте президента! Код красный, повторяю! Так, найс. Так, чё, куда дальше? Что здесь вообще происходит? Лютейшая жесть. Повторяю,
давайте, агент Харков. Мы должны найти президента. Президент мертв, походу. Убили его. Так, так чё, где президент-то? Так, чё-то прицел слабоват. Откуда стреляют-то? Ё-моё. Жесть, там бомба, пушка какая-то. А, тоже что ли сверху стреляли? Вот козлы. Ой-ой. Да, они и так сдохли. А где? А, вот он. О, Макаров. Здорово. Вам известно, кто я? Да. Тогда вы знаете, чего я хочу. Вы сошли с ума? Россия захватит всю Европу, даже если к тому времени от них останется пепелище. Дайте мне коды запуска, господин. Вы никогда их не получите. У всех есть свои слабости. Найдите девчонку. Да. Хреново ты сработал. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов с... Макарова я помню. Со второй части. Опа! Николай, Прайс. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Так, это Сол. О, точняк. Здесь повсюду ополченцы.
вторым оружием у нас. Постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти, но не все. А где остальных? Что-то этот дурачило в упор не видит. Пошли. Соуп, ты где? А ты слышал, что на той неделе убили Адамса? Двое на 11 часов. Сними их. Убрался в кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Чисто. А то, что нас трое, вообще не волнует, и я должен один убивать их. Что-то у них у самих тут война. Они прям под прицел стали вообще нормально. Вижу врага. Не стрелять. Их слишком много. Только не наломайте дров. Че, вот этих убиваем? А, я думал, их убить надо будет. С дороги! Ложись! Живо! Вот надо же им было устроить такую хрень в мой день рождения. Лучше уж здесь торчать. Да у них тут движ. Это правда. Пробовал я, как она готовит. Долго нам здесь еще торчать? А он сказал тогда? Сегодня растяни ее на пару часов. Тебе никто не говорил, что ты сукин сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Чисто. На мосту еще двое. Надо их убрать. Блин! Слушай, мы не дали-то инфы, когда их убивать, блин. Потом сказали грузовик. Придется попробовать убить их. А мои там вообще уже ушли. Тихо. Попробую отсюда их убить. Где? Так, надо это, я так понимаю, по мосту пройти, да? Я иду, пацаны. А, вы вообще насрать вам, спокойно сидите. А то, что я чуть не сдох там, это все нормально. На! Нормально так приложился. Так, давайте.
Тут теперь можно дыхание задержать. Прикольно. Выдвигаюсь. На дороге еще один патруль. Сними их побыстрее. Тихо. Иду, иду. Всех вообще на изя. Спину. Нихера себе. Да вы тут перебили всех. Так, давайте отсюда. Юрий будет дуть. Всех на мясо. Вижу. А прайс? А, вот он. Так, я за прайсом. Так, куда сюда? У нас мало времени. Сюда. Я слышу собак. И они мне никогда не нравились. Здесь, значит, груз уже на пути в Европу.
Так. Что, подбили? Ой, Сол, сори, брат. Что-то они больно сильно бьют. Я заметил. Если с приклада. Ё-моё, а где мои-то? Где они? Где? Дом. Жесть, они скоростные. Е в смысле? А. Давайте попробуем бежать просто к церкви. Все, я тут зачистился. Ах, собачка. Даже это не собачка, блин, я не помню, как это животное называется. А, тут что ли? Я уже увидел всех. Не прислоняться. База, мы в пути. Видимость хорошая. Принято, Браво 6. В доках находятся грузовики с надписью «Всемирная благотворительность». Полагаем, они являются нашей целью. Интересный подход к благотворительности. Грузовики покидают доки. Наш источник сообщил, что именно они везут. По данным разведки, груз прибыл из-за границы. От наших целей особой важности. Внимание, один из грузовиков все еще в доках. Почему бы не вызвать сюда спектр и не потопить все это к чертовой матери? Это слишком важно, Браво 6. Вертолеты обеспечат прикрытие с воздуха. Давайте просто разберемся с этим делом. ИК-датчик обнаружил источники тепла в районе складов. Прежде чем заняться грузовиком, мы должны очистить эти здания. Моя команда берет первый склад. Браво 9 займется вторым. База, время уходит. Мы готовы приступить. Вас понял. Всем командам даю добро. Начать выполнение. Следующая миссия может задеть чувства некоторых игроков, выходить, пропустить миссию. На статистике прохождения это никак не отразится. Да не, продолжим. Лазер, перед нами склад. Бернс, мы наступаем, ты зачищаешь. Стреляй по усмотрению. Дорога свободна, идем. Еще двое внутри. Постарайся не разбудить их. Браво 9, у вас двое за дверью.
Я их убил. Так, куда нам? Сюда? По моей команде. Готов. Хорошо. Режь. В комнате чисто. Наверх по лестнице. Движение справа. Бен, зайди вперед. Похоже, прямо за углом. Так, 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 так. Там машина сгорит, сядь, нет. Взорвется, точнее. Вот там боеприпасы, я вижу. Ты кто? Ричел. Это разве не боеприпасы? У вас все чисто. Отлично. Установить периметр. Бен, открой двери. Ваша, грузовик пуст. Кто с остальными? Здесь ничего нет. Браво 6. Внимание. Упс. По 90. Yeah.
Чё, поезд типа не взрывается, да? Бронированный. Пустите меня, я его завалю. Я не понимаю, у нас водитель вообще безбашенный. Ему все равно то, что надо остановиться, что ли, там все перевернулось, весь поезд на нас мог упасть. Вообще похер, походу. О, пацаны заныкался. Тут уже наши, что ли? Это наши, окей. Отпуск семьи Робинсон, Лондон, день третий. Смотри.
6.22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гиган! Мои люди мертвы или при смерти! Говорит Рамштайн, нас атакуют! Принято. Мы знаем о газовой атаке и направили к вам войска химзащиты. Это не газ! Нас атакуют сухопутные войска русских! Повторите, Рамштайн. Какие русские? Русская армия! Требую подкрепления немедленно! Свидетели сообщают о... Так, что-то я завлекся, блин. А кассе можно было пропустить. Базука. Опс. Да я сейчас сдохну так, ара. Так, где мой-то чел? Вот он. Уже с другой стороны. Откуда ж стреляют, тот задолбали. Может жахнуть? Нет боеприпасов. Стоп. Блин, дурацкая игра. Совсем не то. Надо РПГ будет заменить. Упс.
А зачем в меня свой же стрельнул вроде, нет? Жахнул с гранатомета. А, вот что взорвалось, я понял. Ой, сори. Как обычно, не то меняется. Чё-то метка залагала, походу. А, не, норм. Где, блин, я не вижу его. Ты? Мне кажется, это ловушка. Своего же задавил. Хорош. Сори. Сорян, сорян. Чуть не сдохли. 2-2, прицел! 2-2, прием! Давай уже, пошли отсюда! Приборы сдохли! Я чуть не обошлал! Парни, вы там как? А? Готовы?
Да блин, я же отстрелил вам всю лобовуху. Как вы живы? Уродцы. А ты как не сдох? Металл 01. Судя по инфракрасным датчикам, колонна в 500 метрах от вас. Доберите сюда побыстрее и займите периметр. Стоп, а почему у меня не поменялось оружие? Блин, а вот тупое оружие. ОМ-16. А, на по 3 патрона? Нахер. Но это же боеприпасы, пацаны, не серьезно. У нас всегда были боеприпасы. Здесь ничего нет. Здесь их нет. Оверлорд, груз не обнаружен. Повторяю, они не в колонне. Вас понял. Прочешите местность, ищите любые следы делегатов, но поторопитесь. Раптор 4 прибудет к точке выхода через 10 минут. Прием. Уроды закрылись, не успел я ничего. В смысле? А, заложник убит. Ахуй, я охереваю, конечно. У меня сзади чуваки не делают. Просто пустышки.
Еще может что-то случиться. Смотри на меня, смотри на меня! Это он! Оверлорд, вице-президент обнаружен в момент эвакуации! Мастурин 01, молодцы! Раптор 4 на подходе к месту. Так, Грич, человек у нас, движемся к площадке Нептун. Встретимся там. Чудно. Похоже, первый раунд за нами. Так. Штаб, на линии человек с информацией о химических атаках. Хочет говорить с вами. Назовите себя. Мак, это Джон. За эту неделю на монументе появилось много новых имен, приятель. Это был Макар. Ублюдок ускользнул из моих рук в Сьерра-Леоне. Что известно Ми-6? Джон, ты во всех черных списках. Я не смогу пробить тебе разрешение. Не надо мне этого. За тобой должок еще с Припяти, пора возвращать. Полегче, сынок. Хорошо. Мы отследили перемещение судна с грузом до базы пост. Ладно, давайте на этом на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.